Кунаева. Я делаю поделки из ракушек и монет, дарю друзьям. И они посоветовали начать продавать это, как сувениры. Но в чате одному из учеников школы посоветовали выбросить сувенир из ракушек, который он привез из отпуска. Я в замешательстве. Что можно, что нельзя делать с ракушками и монетами? Расскажите, пожалуйста. В случае, если ракушки насыпаны, и они у вас лежат в виде насыпанных ракушек, такие ракушки хранить дома не нужно. Хотя есть такие вот обряды: положи ракушки рядом с собой в кровати у изголовья, и не будет целлюлита. Или переверни ракушку вверх тормашками, чтобы ее отверстие смотрело вниз, тогда будет, тогда очищается энергетическое пространство. Но в случае, если ракушки разбросаны и вот так лежат, то такие ракушки, их просто так держать не нужно. Дело в том, что эти ракушки — это панцири существ, которые когда-то в них жили, а потом их бросили. То есть энергетически это не очень хорошо. Тем не менее, вибрация таких ракушек минимальна. Она прямо минималистическая. И, конечно же, если нравится делать поделки из ракушек, то поделка из ракушек — это уже поделка. А ракушки, насыпанные в коробке, это ракушки, насыпанные в коробке. Поэтому если вы делаете поделки, да. А если просто ракушки в коробке, то нет. А еще, неважно, Александр Швец. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если вы смотрите сейчас данное видео в YouTube, обязательно поставьте подписаться и обязательно поставьте лайк данному видео.